Восточная красавица Равшана Курко успешно заняла место в российском кинематографе. Проекты с ее участием пользуются популярностью и ежегодно пополняются новыми картинами. Благодаря таланту актриса обрела любовь зрителей и при этом внимание режиссеров. Куркова родилась в узбекской творческой семье, ее родители были тесно связаны с кинематографом. Отец Бахрам Матчанов известен как театральный актер, а мама Рано Кубаева прославилась не только в качестве актрисы, но и проявила силы в режиссуре. Несмотря на то, что она родилась в семье представителей в творческой династии, родители не желали, чтобы их единственная дочь шла по их стопам. Однако, как показало время, актерские гены взяли над ней верх. Свои детские годы Равшана провела за кулисами, часто сопровождала свою маму на съемках, а талантливая работа ее родителей стала примером. И уже в 12 лет девочка дебютировала в кино. Однако будущая актриса не спешила с выбором профессии. Сначала занималась в музыкальной школе, затем окончила педагогический институт, позже стала работать на телевидении. Спустя время Равшана все же определилась с дальнейшей карьерой, стала изучать актерское мастерство, начала сниматься в кино и продолжила актерскую династию. К выбору профессии и в дальнейшем продвижении в кинематографе, несомненно, оказала помощь мама актрисы Рано Кубаева. Интересно, что в 2016 году мать и дочь семейным тандемом снялись в фильме «Про любовь 2», где Кубаева стала экранной матерью героини Равшаны. Узбекской и российской актрисе Кубаевой в этом году исполняется 60 лет. Она давно развелась с отцом Равшаны и вышла замуж за режиссера Роберта Дефа, который намного моложе ее. Несмотря на это, супруги счастливо живут и вместе работают над совместными проектами. Еще в 90-х женщина переехала из родного Ташкента в Москву, где начала при этом снимать кино.